теперь на 3 градуса теплее, и между тем идет снег, — говорил Гуров дочери. Но ведь это тепло только на поверхности Земли. На верхних же слоях атмосферы температура совсем другая. Папа, а почему зимой грома не бывает? Он объяснил и это. Он говорил и думал о том, что вот он идет на свидание, и ни одна живая душа не знает об этом. И, наверное, никогда не будет знать. У него было 2 жизни. Одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было. Полная условной правды и условного обмана. Похожая совсем на жизнь его знакомых и друзей. И другая, протекавшая тайна. И по какому-то странному стечению обстоятельств, быть может, случайному, все то, что было для него важно, интересно, необходимо, в котором он был искренен и не обманывал себя, что состояло зерно его жизни, происходило тайно от других. Все же, что было его ложью, его оболочкой, в которую он прятался, чтобы скрыть правду, как, например, его служба в банке, споры в клубе, его низшая раса, хождение с женой на юбилей. Все это было явно. И по себе он судил о других. Не верил тому, что он видел, и всегда предполагал, что у каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи, происходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое существование держится на тайне. И быть может, отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы уважалась личная тайна.